едем сейчас в парк развлечений, Сиам парк. Там находится и аквапарк, и парк аттракционов. Будем кататься на горках, ну если успеем, еще и в аквапарке. Потому что время уже час дня, мы пока что-то просидели, прособирались. Вот только сели в такси и едем. Да, сейчас вот такие пробки небольшие, но сейчас уже мы из нее выехали. В центре вообще очень много пробок, даже днем. А у них днем и вечером пробки. Сам парк находится километров 20 от центра. Парк, говорят, очень классный, хороший. Там экстремальные такие горки есть, американские. На них прокатимся, в аквапарке покатаемся. Парём, но посмотрим, в общем, что там за парк. Валят его, говорят, хорошенький. Сейчас проверим. Мы там не были ни разу. Хорошо жить не в центре. Вышел, транспорт такой, такси поймал, раз доехал без пробок. А здесь в центре, ну, зато хорошо, что очень много торговых центров. Это да. Вчера гуляли по торговому центру, так вообще там потерялись. Он такой, как коробчоночка сделанный. Заходишь в один торговый центр, потом какой-то маленький переход, а уже оказался в другом торговом центре. Гуляли, вообще запутались. Хотели там купить кое-что, не могли это место найти. Вообще. Ой, еще по центру едем. За окном красиво, в метро, метка метро. Даже не знаю, где мы едем. Где-то едем. Да, Жень? Ну, еще из центра только начинаем выезжать. Пробки. Ну, здесь тоже торговые центры. А вот в этом мы были. Вон, видишь, мышка. А, да, были мы здесь. Мышка из соломы. Я даже ее сфотографировала. Очень красивая такая. Ну, мы были не в этом, наверное, в другом. В этом были. Да, вот здесь как раз. Сейчас там Байок Скай, вот эта дорога пойдет. Запутаться не можем. Сейчас мы должны, я так понимаю, запутаться. Налево повернуть. Это знаешь, как станция ОСО? Направо. Ты это показываешь ОСО. Направо. Да, направо. Ну, а говоришь, налево. А, я говорю, ну, значит, направо. Направо должны повернуть. И там уже все это будет. Вот такси. Сели уже 35 бат. Посадка стоит. Даже бывает, что вот на метро куда-то ехать, вот мы до центра ездили, всем центры торговые. Бывает, что дешевле, чем на метро. 35 бат отдал, он уже метров 300 только отъедет, только счетчик начинает тикать. И пока доедете, там, ну, сколько там, 60 бат. А метро стоит дорого у них. Поэтому иногда выгоднее на такси. Вот опять пробочка, перекресток. У них вот светофоры очень долгие. Я засекал, есть светофоры со временем, часы там стоят, почти что 2 минуты светофор горит. Один потом переключается, другой светофор. Очень долго. А у кого не выдерживает терпение, тот поднимает руку. Ну, это пешеходы, да. И пошли на пролом, даже под красный свет. Ну, у них в порядке вещей, я смотрю. Вон нашим гаишникам тут раздолье. Да. Еще мы в Новосибирске тоже снимали серию про аквапарк, про новосибирский аквапарк. У нас шикарный такой аквапарк. Если где-то живете рядом с Новосибирском или будете в нашем городе Новосибирске, можете посмотреть наше видео про аквапарк и обязательно посетить его. У нас там еще сауны в этом аквапарке. Здесь, конечно, в Бангкоке в аквапарке этого нет. Вот, что-то мы едем. Что-то не повернули, поехали прямо. Даже не знаю, как там дороги. Едем по хайвею, платная дорога, она вроде как это быстрее, без пробок. Ну, тут тоже, я смотрю, много машин. Она платная, 50 бат стоит доехать по ней. Вот едем уже на втором такси. Вы думаете, такси это без пересадок, значит? Нет. Мы ехали на первом такси, сказали, что нам надо в Сиам парк. Он нас привез. Не сказали, показали, даже да, карту показали. Карту показали, всю. Он нас привез в Сиам центр торговый, станция метро Сиам. Мы ему говорим, зачем ты нас сюда, вот я же карту все показываю. В общем, он, короче, понял свою ошибку.
Ну, счетчик сбросил. Мы говорим, ну все, сбросил, так, поехали теперь туда. Хотя можно было дальше. И он такой, нет, далеко. Едем на такси по счетчику далеко. Как понять далеко, непонятно. Ну, то есть, говорит, то есть, нам не по пути. То ли ему страшно от своего дома далеко отъезжать, наверное, плакать начинает. Или как понять далеко. В общем, странные какие-то таксисты. Второго поймали, тоже, говорит, далеко. Ну, наверное, пешком можно дойти, это недалеко. Я не понимаю, тогда зачем нам машина, если это недалеко. Поймали другого, вот он сразу, без разговоров, говорит, конечно, он понял, куда ехать, все. Но вот он предложил по хайвею, пришлось нам еще доплатить 50 бат, чтобы, ну, быстрее, и когда в пробках стоишь, тоже счетчик-то идет. Ну, и быстрее доехать, время-то все-таки идет, тоже уже обед, что вот такой вот хайвей. Машин на нем тоже, кстати, много. Никто не хочет в пробках стоять. Может, доберемся сегодня до парка аттракционов Сиам. Ну, похоже, получается, Аква, Сиам и Сиам-центр. Но мы же говорили Аква и показали именно карту. И там все по-тайски было написано. Так, ну, что сделал вид, что не понимает. Они прикидывают, что не понимают. И это уже не первый раз. Да. Мы уже сколько? Раза три так? Тогда с Большого дворца сели, знаете, в такси, надо, поехали надо так же. Надо точно знать направление. Если видите, что он везет не в то направление, повернул не туда, ли, сразу надо говорить, что едете не туда. Пусть он объясняет, почему он едет не туда. Либо он какую-то пробку хочет объехать, либо он поймет, что вы знаете. Ну, вот у нас уже так было, кстати. С Большого дворца поехал вообще, да, в противоположную сторону. Сразу мы сказали, в какую сторону ты едешь, нам надо в другую. Он просто нас высадил, и все. Он понял, что мы знаем, куда ехать. Но высадил он, как я говорил, на автобусе, хорошо, на остановке автобусной. Мы сели и за 10 бат доехали. Вот так. Так что лучше иметь карту с собой и показывать прям точку. Это обязательно. Хотя даже показываешь точку, все равно не туда везут. Возят кругами. Ну, потому что по счетчику. А когда договоришься на определенную сумму, то там уже, ну, договорился, там, конечно, он уже повезет по прямой дороге. А по счетчику ему ездить невыгодно, потому что это дешево. Так и тем. Летим. Мини-мини. Дорога такая над городом. А вон сзади, Жень, смотри, этот Байок Скай. Вон отель, а вон. Мы как раз, когда были на смотровой площадке Байок Скай, как раз вот эту дорогу видели. Развязку, помнишь, здесь большая такая. Пересечение прям всех дорог здесь. Да. Помнишь, мы смотрели? Сверху, конечно, красиво на дороге смотреть. Солнце, смотри, вышло. Утром какая-то пасмурная погода была. Прям как будто бы сейчас-сейчас вот-вот выйдет дождь. Да? Угу. Сейчас вроде распогодилось. Ну, всегда же здесь там. Вон круглое здание, какое красивое, высокое. Ага. Со стеклом прям все переливается. Красивый Бангкок. Столько красивых мест. Столько надо времени, чтобы здесь везде побывать, да, Жень? Да, здесь очень много надо времени. Потому что город большой. Много всяких построек, всяких достопримечательностей. Развлечений. Ну, хотя бы основное посмотреть, да, Жень? Ну, да, хотя бы основное там. Ну, все идут вот на Большой дворец, потом Лежачий Будда. Это все, кто в Таиланде приезжает, как бы обязательно туда сходить. Кто живет, особенно там зимует. Да, это, ну, как это самое у них главное считается. Хоть раз да надо побывать. Мы побывали. Ну да, нам хватило раза, в принципе. Достаточно, да? Достаточно, да. Ну, потом можно закрепить, конечно, эту экскурсию лет так через 10. Ну, это там уже совсем видно будет. Сейчас тут есть что снимать, показывать. Есть что самим посмотреть. Да, очень много. Сейчас проезжаем за
отелем Bayok Sky. Там сзади. Тоже такие дома красивые. Все какие-то не однотипные, все разные, красивые даже. Разнообразный, конечно, проект построен. Ни одного похожего здания вообще нет. Найдите похожее здание, хоть одно. Как раз ветка метро, вот это вот Субару Дахоми проходит, в аэропорт, который... Вон она, я ее вижу. В ту сторону тоже сколько много, да, машин. Они все, смотри, какие красивые, разукрашенные, прям цветами. Много таких автобусов, да? Какие там дома, вот этот дом. Смотри. Ой, какой красивый вообще. Интересная постройка, задумка. Больница. 25. Еще что ли платить? Да. Проезд по дороге получается, сначала мы 50 бат отдали, а потом 25 бат, то есть 75 бат общая стоимость проезда. Женя! Всем привет! Привет! Вы на канале «Лето для вас». И сейчас мы приехали в парк аттракционов, который называется Сиам. Находится он в городе Бангкоке в Таиланде. Идем кататься с крутых горок. Таня, я аттракцион нашел, вообще классный. Тут так раздвигаешь лианы. Да, как в джунгле. Затерянный мир называется. Лодка такая старая. Рельсы. Садишься на эту вагонетку. И я тебя вот так толкаю. И ты уезжаешь туда, в джунгли. Хороший аттракцион, да? Потом приходишь, рассказываешь, что видела. Вообще нормально. Речка. А? Речка даже. Речка, да. Ну, вон, лодка, весла, кто-то плавает на ней. Женя, смотри, иди сюда быстрее. Смотри, какой лебедь плавает. Красивый какой, черненький. Ой, вообще шикарный какой. Может быть, где-то еще и белые есть? Как ты думаешь? Ну да, может, еще и рыжий есть. Ага, рыжий. Ну, представь так, черный, белый и рыжий. Да, прикалываюсь. О, а вот еще один. Таня, как ты думаешь, крокодилы здесь водятся? Крокодилы. Ну, знаешь, если они еще здесь плавают, ну, я думаю, что... Чёрт. Скорее всего, не заплывают сюда. Красивые очень лебеди. И природа тоже красивая. Ой, сколько здесь много водяных лилий. Вообще.
такие очаровательные и нежные розовые кувшинки. Просто потрясающе. Вообще кувшинки считаются символом красоты. Так все красиво. Рядом с плавающими листьями можно увидеть высоко торчащие на толстых таких цветоножках крупные розовые, какие-то шаровидные цветы, лилии. Эта речка протекает вдоль Сиам-парка. Это где парк аттракционов и аквапарк. Здесь можно просто погулять и полюбоваться такой красотой. На другой стороне реки сделаны какие-то интересные всякие разные домики, различные статуйки животных и вот такой интересный, красивый, обалденный кот. Какие фонтанчики здесь. Где же, интересно, парк аттракционов? Что-то ходим, найти никак не можем. Так вот же он. О, как далеко. Смотри, Женя, аттракционы сделаны в виде сердца. Ага. Поехал на таких аттракционах, и сердце остановилось. Слушай, я уже хочу туда. Точно хочешь? Хочу. Пойдешь? Конечно, пойду. А ты? А я боюсь. Но я не трус. Ладно, пойдем попробуем. Все в этой жизни надо испытать. Конечно. Какой-то подранный вот здесь. Подранный. Спина подранная. Тебе жалко, да? Ага. Голодный. Сейчас наест. Хорошо, с собой всегда сосиски есть, да? На ночь наест, будет спать в парке. Хочет ноги все проглотить немножко. Не кусай, чувак. Не может. Не торопись. Ой, и ту, и другую, не знаю даже, за какую зацепиться. Старый, что ли, кот? Зубы как или нет. Лохни, так ты ему расщепи тогда. Видишь, не может. Ну, грязная уже. Ну, руки поможешь, туалет же. Он не может, сейчас западается. Что руки помыла? Что съест, на.